Теперь я хочу разрезать эту живую игрушку, чтобы узнать, что у него находится внутри! И где он? Куда он делся? Он же был где-то здесь! О, черт, посмотрите, вот он! Я убью вас, чего мне этого не стоило! Я уже его прорезал, ты видишь это? Да, ничего себе! Вот шо здесь кровь? Чё творим, бро? Меня зовут Саргионис, и бро, сразу же, просто сразу же приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду, ведь поди ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе с не очень нравится быть под нами, так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Нет! И Суприм банда, в прошлый раз в 3 часа ночи я заказал проклятый Хэппи Мил Хаки Паки. Этот Хэппи Мил пришел полностью в крови, а еда, которая была в нем, была отравленной. Нас просто кто-то хотел убить. Но еще в том Хэппи Миле была живая игрушка Хаки Паки, которая напала на меня и чуть не убила. Но мы смогли его поймать, и теперь я хочу разрезать эту живую игрушку, чтобы узнать, что у него находится внутри. Какие же тайны может себе хранить живая игрушка Хаки-Паки? И банда, давайте под этим видео наберем 20 тысяч лайков. И тогда с Даркнета я закажу монстра под именем Килли Вилли, которого боится даже сам Хаки-Паки. Это огромное черное существо, которое просто убивает одним махом руки. Тем не менее, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А еще там иногда выходит секретная информация про разных Хаки-Паки и даже про Килли Вилли. Так что, бандит, скорее ставь лайк, смотри в описании, а мы тем временем разрезаем живую игрушку Хаки-Паки. Погнали! Итак, банда, Хаки-Паки находится в третьей комнате. Когда мы его поймали, я сразу его поместил в клетку, которую оставил в той комнате. И все эти дни мы все еще туда не заходили, надеясь, что Хаки-Паки будет на месте и никуда не сбежал. Но, Сережа, как мы отнесем его к столу, если он живой и может выбраться и сбежать? На этот счет у меня есть свой план. Я специально подготовил газ, который усыпляет. Мы оденем маски, а сами этим газом попшикаем на Хаки-Паки, он уснет, и мы его запросто отнесем к столу. О, хорошая идея! Да, я с тобой полностью согласен. Тем не менее, пока что нам надо одеть маски и зайти в эту комнату к Хаки-Паки, проверить ли он на месте. Я очень переживаю, банда, надеюсь, что он не сбежал. Тем не менее, просто посмотрите, вот клетка с Хаки-Паки. Я специально накрыл ее этой простыней, чтобы никуда не сбежал, ничего не видел. Просто посмотрите на эту жесть. Ладно, банда, давайте заглянем под эту накидку и посмотрим, что же делает Хаки-Паки. О, господи, банда, я так переживаю, но давайте посмотрим, что там Хаки-Паки. И где он? Куда он делся? Он же был где-то здесь. О, черт, посмотрите, вот он. Я убью вас, чего мне этого не стоило. Что? Что ты несешь, Хаки-Паки, ты сумасшедший? О, господи, я просто в шоке. На, получай, как тебе этот газ нравится? Это просто жесть. Ты слышишь это? Он кашляет и задыхается. Да, это просто жесть, банда. Господи, Суприм банда, я в таком шоке. Просто посмотрите, он лежит без сознания. Этот газ реально сработал, я в шоке. Пока он не очнулся, банда, нужно быстрее взять и отнести его к столу, чтобы разрезать. Я просто в шоке, банда, только вдумайтесь, он реально потерял сознание. Просто посмотрите на него. Тем не менее, давайте теперь достанем его с этой клетки, чтобы посмотреть, как он. Он реально лежит здесь без сознания. Посмотрите на это, я в шоке. Хотя у него все еще открытые глаза. Но как я вижу, у него нету никаких признаков жизни. Хаки-Паки, ты живой? Эй!
Окей, банда, похоже, что он реально без сознания. Давайте быстрее его разрежем. Я просто в шоке, что мне удалось реально его усыпить. И сегодня мы его разрежем. Разрезать обуто его живот, чтобы увидеть все его внутренности. Только представьте, какие тайны в себе может хранить живая игрушка Хаги-Ваки. Но для начала, банда, я свяжу его скотчем, чтобы он никак не смог сбежать. Потому что может быть такое, что он начнется, нападет на меня и просто сбежит. Куда-то. Для подстраховки мы должны его связать, банда. Как-то так, банда. Надеюсь, что этого будет достаточно. Мы реально связали Хаги-Ваки и сегодня его разрежем. Он реально без сознания. Я просто в шоке. Давайте теперь возьмем нож, чтобы точно уже его разрезать. Надеюсь, что мы достанем из него что-то жуткое и страшное. Итак, банда, вот нож. Просто посмотрите, какой он огромный. О, черт, прячься! Там Кисси-Мисси, Настя, она тоже существует. Она такая же живая игрушка, как и Хаги-Ваки. Что будем делать? Я не знаю, она пришла спасти его. Нужно ее быстрее остановить. Это просто жесть. Банда, она уже его поднимает. Ты видишь это? Нужно быстрее остановить и разрезать Кисси-Мисси. Мы сможем разрезать сразу же двух монстров. У тебя есть какие-то идеи, Настя? Нет, у меня нету плана. А черт, только не это. У нас просто огромная проблема. Они куда-то исчезли. Куда они делись? Они же были здесь! Господи! Что за бред? Банда, они просто сбежали! Ты видишь, их здесь нету! Да! Здесь только остался этот скотч и все! Нет. Даже нету никаких следов! Куда они вообще могли деться, банда? Я думаю, они пытаются сбежать с квартиры! Нам надо их остановить! Да, я тоже так думаю, черт возьми, Суприм-банда, что вообще происходит? У нас дома две живые игрушки, Хаги-Ваки, Кисси-Мисси, только вдумайтесь в это! Но я уверен, что они все еще где-то в нашей квартире, потому что все окна и двери закрыты, они бы никак не смогли сбежать, разве что через вентиляцию! В таком случае, нам нужно тише себя вести, чтобы услышать звук щелчка вентиляции, когда она откроется! О, господи, банда! О, ты слышала это? Да, это вентиляция! О, черт, просто жесть! Банда, посмотрите, что! Вентиляция закрыта, здесь никого нету! Где тогда Хаги-Ваки? Почему это здесь лежит? Что за бред? Этих двух просто нигде нету! Я не понимаю, что происходит, банда! Это просто какая-то жесть! Я не понимаю, куда они могли деться и почему упали эти шампуни! Где вообще эти двое убийцы? Они могут прятаться где угодно! Мы даже можем не подозревать, где они! Я просто в шоке, банда! Что вообще происходит? Тем не менее, уходим отсюда. Они могут быть где-то в другой комнате. Я просто в шоке, Суприм-банда. Что вообще происходит? Вы видели это? Там шампуни сами упали, но никого нету. Просто какая-то мистика. Это и вправду очень странно, что шампуни сами упали. Да, я с тобой согласен. Да, это и вправду очень странно. Куда они вообще могли деться? Неужели они успели сбежать, пока мы здесь ходили? Тем не менее, как они вообще это сделали? Как Кисси-Мисси попала в нашу квартиру. Ты слышала? Да! Неужели это они, банда? Просто посмотри, Кисси-Мисси, ты видишь это? И Хаги-Ваки пытаются сломать вентиляцию. Он сердит! Не держи его быстрее! Кисси-Мисси попалась! Это просто жесть! Я связываю ее, давай быстрее, он вырывается! Просто жесть, банда! Готова, я связал ее! Это просто жесть, банда! Мы смогли поймать их обоих, и теперь мы разрежем Хаги-Ваки и Кисси-Мисси! Только вдумайтесь в это! Господи, банда, мне просто не верится! Мы еще смогли поймать Кисси-Мисси, которую мы также сегодня разрежем, как и Хаги-Ваки! Тем не менее, Кисси-Мисси уже связаны, а пока что мы можем просто ее отложить. Но вот Хаги-Ваки мы привяжем к столу, чтобы он точно не сбежал, ведь он все еще живой. Как-то так, банда, положим его и быстрее привяжем, пока он снова не вырвался. Я просто в шоке. Теперь он точно никак не сможет выбраться, и мы сможем его спокойно разрезать наконец-то. И на этот случай я уже взял нож с собой. Это нож ребенка с Даркнета. Думаю, вы помните, как мы у него его тогда отобрали. И теперь, банда, да давайте уже разрежем Хаги-Ваки. Господи, банда, я так переживаю. Тем не менее, посмотрите, я уже его прорезал. Ты видишь это? Да, ничего себе. О, чёрт, здесь кровь, посмотрите.
смотри! Что это за бред, Бонда? Ты видишь это? Здесь просто пух крови, что за жесть? Неужели этот Хаки-Паки живой организм, а не просто живая игрушка? Только вдумайтесь в это, Бонда, это же полная жесть! Я просто в шоке, здесь реально кровь весит этот пух крови, просто какой-то ужас, Бонда, ты видишь это? Это такая жесть, я просто в шоке, настоящая кровь, прям как у человека! Посмотри, он уже прямо стекает кровью, ты видишь это? Черт возьми, Бонда, сколько здесь кровища, я просто в шоке, что за жесть вообще, это полный ужас! Мы только что разрезали Хаки-Паки, у него здесь все в крови, я просто в шоке, Бонда! И глянь, что это такое, какой-то камень, ты видишь это, что это? И глянь, там что-то нарисовано, какой-то иероглиф, что это значит? Неужели этот иероглиф дьявола? Просто посмотри на него, как будто с пентаграммы срисовали. Я просто в шоке, Бонда. Мы реально разрезали Хаки-Паки. Здесь так много крови. Глянь, еще что-то. Что это? Здесь тоже нарисован знак дьявола. У нас уже целых два камня с этим знаком. Просто какая-то жесть, Бонда. Посмотри, еще один камень. Ты видишь? И он тоже с иероглифом. Что это все значит? Бонда, напишите в комментариях, как вы думаете, что значат эти иероглифы. Потому что я пока что ничего не понимаю. Это все так странно и мистически. Мне прям не по себе, Суприм Бонда. Посмотри, три камня с этими иероглифами. Возможно, с помощью этих камней Хаки-Паки оживает. Его оживили с помощью какого-то ритуала. И эти камни дают ему жизнь. Только вдумайтесь, если эта теория будет правдивой, Бонда. Это же полная жесть. Тем не менее, давайте продолжим из него что-то доставать. И я уже что-то вижу. Посмотри, что это такое? Неужели это сердце Хаки-Паки? Ты видишь это? Неужели это металлическое сердце Хаки-Паки, с помощью которого он был жив? Думаю, что после того, как мы все это достали, Хаки-Паки уже точно никак не оживет. Я просто в шоке из всего того, что мы сегодня достаем с этого монстра. Здесь еще что-то есть, что-то чувствую. О, черт, глянь, еще один камень. К сожалению, на нем иероглиф уже стерся. Это просто жесть. Итак, Бонда, продолжаем еще доставать с Хаки-Паки. Глянь, что это? О, черт, какая-то кость, ты видишь это? О, что просто это? Просто жесть, Бонда, гляньте, это рука! Это скелет руки, что за жесть? Неужели внутри Хаки-Паки есть скелет? Только вдумайтесь, Бонда, просто какая-то жесть, настоящая рука! Я реально в шоке, Бонда, возможно, в Хаки-Паки будет и вторая рука, давай посмотрим! Давай. Итак, что я что-то нащупал? Просто посмотри на это, о, черт, еще одна рука, Бонда, уже вторая! Целых две руки было внутри Хаки-Паки. Мне кажется, что внутри Хаки-Паки должен быть полноценный скелет. Он не просто живая игрушка, а прямо живой организм. Только вдумайся в это, Настя, это же полная жесть. Ужасно. Я в шоке, Бонда, давайте продолжим. Интересно, что это все делает внутри Хаки-Паки? Скорее смотри сюда, просто жесть. Здесь две ноги, я их оторвал. Это настоящие ноги Хаки-Паки, ты видишь это? Я просто в шоке, Бонда, что вообще происходит? Мы реально по чуть-чуть достаем все внутренности Хаки-Паки, руки, ноги и даже его сердце. Только вдумайтесь в это. Просто посмотрите, две ноги, две руки и сердце Хаки-Паки. Что за жесть? Я реально в шоке, Бонда, от всех этих находок сегодня. Но давайте продолжим еще доставать разные вещи, ведь я уверен, что в нем еще что-то должно быть. Здесь так много крови, Бонда, у меня прям уже все руки в крови, я в шоке. Тем не менее, посмотри, там что-то большое, прям огромное, ты видишь? Я вижу. О, черт, нужно быстрее его достать, чтобы узнать, что там. Итак, просто посмотри, что это? Какая-то кассета, и она вся в крови, ты видишь? Да. Эта кассета похожа, как на те кассеты, что были в игре Poppy Playtime, Бонда, посмотрите. Возможно, на этой кассете хранится какой-то секретный видеоматериал. И мне даже кажется, что я могу подключить его к своему ноутбуку. Я могу вставить сюда два проводки, оно будет работать. Вот, нужно это сделать быстрее, Настя. Давай. Итак, Бонда, проводки не понадобились, потому что у нас был настоящий плеер. Просто посмотрите на него. Мы уже вставили в него кассету, а сам плеер подсоединили к моему ноутбуку. И здесь даже есть какое-то видео. Давайте быстрее его посмотрим. Итак, Бонда, просто посмотрите, что это такое. Неужели это вид от лица Хаки-Паки? Посмотрите, мы видим его руки и как он находится в клетке. Эту клетку он пока показывал чуть ранее. Просто посмотрите, что происходит.
происходит? Мы реально видим то, что видел этот Хаки-Паки. И он открывает клетку, ты видишь? О, черт, просто жесть, банда, я в шоке. Гляньте, он реально открывает эту клетку. О, посмотрите, он уже ее открыл. Неужели, пока мы спали, он выходил наружу, просто ходил по нашей квартире? Это же полная жесть, банда, посмотрите. Черт, он идет к двери, вы видите это? Это просто жесть, я в шоке, что вообще происходит? Гляньте, он собирается открыть дверь. О, черт, я просто в шоке, банда, посмотрите, он прыгнул. Он реально открывает двери, вы видите это? Это просто жесть, я все еще в шоке, что он смог сам открыть эту клетку и выйти с нее. И посмотрите, он находится в этой комнате, это просто жесть, что он собирается дальше делать? Я в шоке, банда, мы реально видим то, что видела эта живая игрушка. Я просто в шоке, посмотрите, что он делает. Он почему-то идет на кухню, что ему там надо? Неужели он собирается найти что-то поесть? Что за бред? Гляньте, он прыгнул. Он открывает столик, но зачем там есть еда? Хотя он идет дальше, банда, что он собирается делать? Что вообще происходит? Неужели он собирается взять нож, банда? Посмотрите, он реально взял нож, я просто в шоке, вы видите это? Черт, и что он дальше собирается с ним делать? Я реально в шоке, банда, я не понимаю, что происходит, что вообще в голове этого Хаки-Паки? И куда он теперь идет, куда он уходит? Неужели он идет в спальню, где я сплю? Что если он собирался меня убить, но ему что-то помешало? Просто посмотрите на это, он уже в спальне, там я сплю! Мне кажется, что все это происходило этой ночью. И он реально идет ко мне с этим ножом. Вы видите, это банда, просто какой-то ужас. Посмотрите, что он делает. Он прямо около моего лица с этим ножом. Ой, я начал просыпаться. А он просто берет и убегает. Он испугался меня, вы видите это? Я просто в шоке, банда. Я проснулся, и он этого испугался. И гляньте, я уже встал с кровати. А тем временем он просто убегает обратно в комнату, где клетка. Он выбросил свой нож и бежит в клетку. Вы видите это? Это просто какая-то жесть, банда, я в шоке. Этой ночью живая игрушка Хаки-Паки хотела меня убить. Как хорошо, что я смог спастись, и мы даже успели его разрезать. Но теперь давайте разрежем Кисси Мисси и узнаем, что находится у нее внутри. Господи, банда, я просто в шоке от того, что было внутри Хаки-Паки. И эта кассета в конце, и то, что было на ней, у меня все еще не укладывается в голове. Он реально собирался меня убить, только вдумайтесь в это. Но все же, банда, мы наконец-то смогли его разрезать. И на всякий случай я связал его, чтобы он уже точно не сбежал. Теперь давайте разрежем Кисси Мисси. Просто посмотрите на нее. Ее я также на всякий случай привязал к столу, чтобы она не смогла на меня напасть. Давайте уже быстрее ее разрежем и узнаем, что же внутри этого монстра. Итак, банда, просто посмотрите. Я прям сразу ее проштрикнул. И глянь, здесь тоже очень много крови. Ты видишь? Просто жесть, банда. Откуда вообще эта кровь? Неужели это реально кровь этих двух монстров? Я просто в шоке. Тем не менее, давайте уже что-то с нее достанем. Но этот пух крови прямо так жутко выглядит. Фу, банда. Итак, я что-то нащупал. Посмотри. Это еще один камень. Такой же самый камень, как и был в Хаки-Паки. Только на этом камне нарисована луна. Что бы это могло значить, банда? Я без понятия. Напишите об этом в комментариях. Может быть, кто-то из вас об этом знает. Неужели все то, что было внутри Хаки-Паки, будет также лежать и в Кисси Мисси? Я просто в шоке. Три таких же самых камня, как и в Хаки-Паки. Я реально не понимаю, что это все может значить. Возможно, их и правда оживили с помощью этих камней. Но откуда тогда эта кровь и эти кости? Если бы их оживили, то в них внутри точно не было бы этих костей и сердца. Я даже без понятия, банда, что мы такого еще мистического сможем с нее достать. Но этот пух крови, полная жесть. Посмотрите, как это крипово. Я просто в шоке, банда. Что это вообще такое? О, черт, что это? Посмотри. Господи. Здесь какой-то алмаз, ты видишь? Что? О, черт, он настоящий, просто жесть. Банда, что это такое? Я в шоке, внутри Кисси Мисси был настоящий алмаз, ты видишь? Да. Мне даже кажется, что он настоящий, просто жесть, банда, что он вообще делает внутри нее? Может быть, она его у кого-то украла? О, черт, Настя, это просто безумная теория, но она правда могла так сделать, ведь она же убийца. Господи, что это такое, банда, посмотри, это Господи. Рука какой-то игрушки. Неужели Кисси Мисси убила другую живую игрушку? О, только нет. Вдумайся.
вмешивайся в это! Иначе я не знаю, как объяснить то, откуда взялась эта рука. Просто жесть, банда! И Семиси убивает не только людей, она даже убивает живые игрушки. Только вдумайтесь! Я просто в шоке! Посмотри, еще одна рука! Похоже, что она реально убила живую игрушку, банда! Серёжка, это камера! В смысле, какие-то помехи, я не знаю, что это! О, черт, я не знаю, что это с камерой, но это явно не к добру. Настя, быстрее беги куда-то, прячься! О, черт, что это, банда? Кто это такая? Что происходит, вы видите? Неужели это Поппи из игры Поппи Плейтайм? Что она делает? О, черт, что происходит? Я просто в шоке, она берет Хаги-Маги и Мисси, вы видите это? Что за бред, банда? Что это такое? Я в шоке! О, черт, что это было, банда? Вы видели, там реально пришла Поппи из игры Поппи Плейтайм. О, черт, я в шоке, что вообще произошло? И она забрала Хаги-Паги, Кисси, Мисси, их здесь просто нету, посмотрите. Она пришла, их забрала и исчезла, я в шоке. Мы видели ее ранее, мы снимали ее на мой трон. А где Настя, она в порядке? Эй, Настя, ты здесь? Да. Настя, с тобой все хорошо? Да, все хорошо, мне было страшно, я спряталась. Это просто жесть, там пришла Поппи из игры Поппи Плейтайм, которую мы снимали на трон. Я в шоке, она пришла спасти эти две живые игрушки. Тем не менее, банда, все наконец-то закончилось. Давайте на этом видео наберем 30 тысяч лайков, и тогда я позвоню одновременно Хаги-Ваги, Кисси, Мисси. И мы узнаем, о чем же таком тайном и страшном разговаривают эти две живые игрушки. И не забывай подписываться, чтобы быть моей Supreme Банди, в самой сильной банде на Ютубе. И помни одно, бандит, оставайся таким же шикарным. Пока!